всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем Baby Mela Capital. Наконец-то мы дошли до этого трека. Честно, не совсем понимаю, среди огромного количества артистов, которое у нас было в голосовалке в телеграм-канале, ссылка на который находится в описании, Baby Mela, над которым мы рофлили в Who is Mela, да. В итоге занял большое место, и мы слушаем Капитал. Я так уже вот глянул припев и понял, что я знаю этот трек, что он сниппетился и зафорсился в ТикТоке. Именно поэтому он занял большое место в голосовалке. Как бы мы не угорали на вот альбиком Who is Mela, в чем мы именно угорали, не поймите нас правильно, мы типа угорали, что треки душные, флоу не меняется, то есть одно и то же, ну, короче, такое было. Мне не зашел альбом. Можете посмотреть реакцию, и там все более подробно рассказано. Да, тем не менее, я не считаю его каким-то, блядь, бездарем. Он на самом деле очень крутой тип. Худрич Мела, ебанутый трек. Я у него, правда, больше ничего не знаю. Я не считаю его каким-то бездарем. Нет, он абсолютно не бездарь. У него самобытный стиль, который он, на самом деле, довольно неплохо справляется с ним. И у него охуенный тембр голоса. Очень мне нравится. Блядь, чел 2008 года. Сука, моя одногодка. Это вообще пиздец. Просто пиздец. Но то, что он вот делает в своем возрасте, вот для своего возраста, вообще ебанутый тип. То есть он уже типа хит свой захуячил, это по-любому хит будет. Я еще не слушаю этот трек, но припев уже зафорсился. Я в это верю. Также прямо сейчас я буду слушать это на стриме на Твиче, ссылочка в описании. Тоже подпишитесь, мы вместе с ребятами будем слушать. Погнали! Очень интересно, что это такое. Хочется фул этого трека услышать. Уже 47 тысяч прослушиваний, пиздец. Припев очень зафорсился, и он реально крутой. Но хочется, чтобы полноценно трек зашел. Let's go, погнали. Бля, мужик, мы ж тебя убьем нахуй, я тебе говорю. Они боятся женщин, ну о чем вообще базар? Будешь в каждых новостях, мы тебе сделаем пиар. И твой старший для меня малой мой держит криминал. R.I.P. тот, что в бегах за тебя поднимаю нам. Ты от нее без ума, она сосала мне за... Капитал был низок, поднимал бабки на... Занимался боксинг, пишу кому резу кунг-фу. Белые форсы в крови дают понять, что я друг. Я буду ржать над тем, как плачет твоя мама. Буду наблюдать, как за твой гроб пошляет папа. Бабки надо возвращать в указанную дату. Приезжай на точку, будем все решать по факту, моим фарту. Дай бог удачи пацанам, бега. Факт сейчас и гоги у жены ее губах. Факт ненужной суки у жены ее щеках. И слезах, ну увы, о, круто. Потеряла факты на деньгах. Учился извиняться, это ваушит. Пацы с калашами салютую с ваушит. Пацы с лучшим газом салютую за ушит. Но я вырос на окраине и в крови за ушит. Меня уважают мажики России за сироп. Пару водников степом, у кого целый дом сирот. И сама лезет ко мне, походу в ход пошел азот. Клубы суммы спин по спин, я уже уловил джекпот. Ты от нее без ума, она сосала мне за... Это вообще охуенно, блять. Поднимал бабки на... Занимался боксинг, писал кунг-фу, кунг-фу. Белые форсы в крови дают понять, что я друг. Бля, мужик, я тебе покажу всю свою власть, нахуй. Ты будешь плакать. Твоя мама тоже будет плакать. А я буду угорать. Бля, вот единственное, что мне вот... Плохо, что на самом деле, кроме припева, ничего охуенного нет. Вот припев прям охуенный, но такого же уровня куплет я не скажу. Нет, это не так, абсолютно. Ни припев, ни интро, ни аутро, ну, типа, ничего нету такого же охуенного, как припева. Да. Не говорю, что куплет хуйня. Нет, это не так. Куплет просто норм, просто норм. Я добавлю этот трек. Он хороший. Но куплет просто норм. Довольно скучный даже. Такой... Скажем, пойдет. Скажем, просто пойдет. Можно было что-нибудь поинтереснее сделать с таким-то охуенным припевом. Припев? Спасибо. Вообще. Вот эта хуйня разъебывает. Да, она... Блядь, охуенно. Вот это круто. Вот это круто, да. Бля, я желаю Baby Mela только развития, да, потому что потенциал у него ебейший. Вообще, он может стрельнуть еще больше, чем он сейчас... Ну, не сказать, что он прям жестко популярный, но вот худый, ну вот Who is Mela нахуй почти лям набрал. Охуеть, кстати, ебать. Пиздец, я бы в 15 таких цифр просто нахуй с ума сошел, пиздец, реально. Но
Бля, реально на фейме поднимается нахуй. Бэйби Мэлла вот становится популярным, плюс его там еще Мизулина прессует, поэтому в 15 лет небольшой стрессик может, да, возникнуть. Желаем только удачки, конечно, да. И развитие в творчестве, чтобы не было одинаковых треков. Хочется что-то еще интересного, и чтобы он продолжал искать себя, блядь, даже несмотря на то, что уже нашел. Но я считаю, что он может делать еще лучше, чем он делает сейчас. Вот альбик мне не зашел, хочется, чтобы следующий его альбик мне зашел. Хочется какого-то больше разнообразия. Ну, потому что даже вот тут куплет был скучным. Как-то так. Но уже есть охуенные такие вещи, как припев. То есть, которые уже дают ему задатки к тому, что он все может нахуй. Да. Начало пути, блядь. Начало пути. Я надеюсь, что этот путь у него будет охуенным. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого трека. Подписывайтесь на мой Telegram, Twitch и Boosty. С вами был я, Афан. Вы были на канале Afan of Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.